два объекта была, значит, информация по городу о том, что заминированы районный отдел образования Мира 102 и центральная районная больница 1 на 269. На Мира 102 сейчас уже дежурный звонился, что ложный вызов, там взрывотехники оцепили, вывели, эвакуировали всех, отработали вместе с кинологом, ничего не подтвердилось, и возвращают к объекту. На ЦРБ сейчас взрывотехники переехали туда. То есть там эвакуированы все, в том числе из отделений, где пациенты на стационаре находятся. Вот, и оцеплен объект, естественно, сейчас там работают взрывотехники. Ну, надеюсь, что тоже не подтвердится, потому что, скорее всего, там какие-то телефонные хулиганы, даже террористы, я бы сказал, телефонные.